Здравствуйте, это маршрут 1716. И с вами в прямом эфире Иван Притуляк. И Анастасия Красавица Липатова. Люди обычно делятся на два типа. Одни предпочитают пассивный отдых. Пляж, море, море, пляж. Турция, all-inclusive, это великолепно. А второй же тип какой? Второй тип – это туристы. Хочу все знать, хочу везде успеть. Они привозят с собой багаж знаний, кучу фотографий. И килограмм магнитиков. Только по приезду домой почему-то их любопытство куда-то испаряется, исчезает, как будто батарейку вынули. Давайте изменим этот избитый маршрут работа-дом, дом-работа и перестанем жить жизнью трамвая. Для этого мы предлагаем вам выбрать самые интересные и удивительные места нашего города. А для этого нужно зайти на сайт 12 канала, на страницу «Маршрут 1716». Там есть 7 номинаций. Это разные категории городских объектов. Смотрим, выбираем и голосуем. А после же именно из объектов лидеров мы и составим наш специальный путеводитель от 12 канала. Итак, как же выглядит этот маршрут 1716, если бы мы проводили по нему экскурсию именно сегодня? Пойдемте посмотрим. Пошлите. Итак, жил-добыл любознательный турист. Да занесло его в сибирский город на Иртыше под названием Омск. И куда же, Ванечка, он пошел? А в первую очередь он идет смотреть на лидера номинации «Городской бренд» Омский академический театр драмы. Да, подошел он к нашей драме, сфотографировался, селфи сделал. А после сразу на остановку «Турист» и вот смотреть на торговый комплекс «Литур». Именно его наши телезрители занесли в номинацию «Черный список». А это значит, «Литур» им не нравится. Они считают, что он портит картину города. А из номинации «Памятники и скве», «Памятники и монументы» мы можем выделить вот этот прекрасный памятник Петру и Февронии Муромским. Он следующий пункт нашего маршрута. Угу. С амурными делами закончили, пора поучиться, отправляемся в аграрный университет. Золото, а мечи отдали аграрному в номинации «Историческая ценность». После аграрного университета тема природы у нас продолжается. Прогулка по Советскому парку. Именно он у нас лидирует в номинации «Парки, улицы, проспекты». Экскурсия была долгой, проголодались, пора подкрепиться. И по мнению амичей, самым стильным местом на сегодняшний момент, по голосам мы посмотрели, это вот ресторан «Винегрет». Не нравится, голосуйте за другой ресторан. Вот пока он первое место занимает. Вот его сюда прилепим. Ну и после обеда у нас не менее важная номинация – это «Белый список» – музей городского быта. Правда, пустят ли гостей нашего города в него, пока неизвестно, потому что он находится в очень тяжелом состоянии. Он лидер номинации «Белый список», это означает, что вы, дорогие амичи, хотите его восстановить в самом скорейшем времени, чтобы он был открыт для посетителей. Ну вот такая у нас получилась сегодня экскурсия. Не нравится, скучно, неинтересно. Хотите поменять эту карту? Заходите на сайт 12 канала и голосуйте за ваши любимые объекты. Итак, друзья, а Настя, как ты думаешь, а удалось ли пройти по этому маршруту человеку с ограниченными возможностями? Вань, я считаю, что без посторонней помощи человек, который прикован к инвалидному креслу, сегодня не то, что там о пище духовной думать, о музеях, о театрах и кино. Они иногда не могут даже выбраться из дома, сходить за хлебом. У нашей телекомпании есть давний друг Сергей Гезиков, так называемый «Хрустальный человек». Его так называют, потому что у него очень хрупкие кости. За последние несколько лет он пережил более 200 переломов. И мы попросили его, Юлию Корнееву, прогуляться по центру нашего города и проверить, насколько доступен этот центр для людей с ограниченными возможностями. Находимся у драмтеатра, и я вам предлагаю посетить его. С удовольствием зайду. Ну как, трудно было подниматься? Вы знаете, пандусом довольно просто подняться. Так что никаких сложностей здесь не возникает. Ну что, поднимаемся? Да, Юля, и здесь мне потребуется ваша помощь. Прям в плечи меня подталкиваете. Вот, потому что сильнее, смелее, смелее. Видите, тут я самостоятельно не поднимусь. Сильно крутой подъем. Да, крутой и нет перилов. Скажите, а часто ли вы гуляете один и часто ли вам помогают люди на улице? Гуляю я один не часто, но приходится иногда передвигаться вот по тротуарам и по дорогам. Вы знаете, ни один человек не отказал, если попросить помочь. Ну
сможете здесь спуститься? Нет, Юля, и вы мне здесь тоже помочь не сможете. Может, кто-нибудь нам поможет? Ребят, вы знаете, буду очень признателен. Придерживайте, ага. Так, потихоньку. Все, благодарю вас. Отлично, всего доброго, спасибо. Ну вот сейчас мы приближаемся к памятникам, с которыми фотографируются все приезжие туристы. Это памятник Любочке и Степанычу. Скажите, вы как житель Омска когда-нибудь фотографировались с этими памятниками? Вы знаете, ни разу. Ну, я предлагаю вам сфотографироваться. Ну, если, конечно, мы сейчас туда попадем. Ну вот, пожалуй, и все. Доступная среда здесь для меня закончилась. Ну, а прогулка сегодня вам понравилась? Вы знаете, Юлия, я получил громадное удовольствие. Вот я смотрю, сотни машин пролетают мимо, и им некогда посмотреть на эту красоту. А вот у меня сегодня была возможность все это увидеть. Так что я вам очень признателен. Благодарю вас. Вроде закончилась прогулка на позитивной ноте, но мне как-то стало грустно, когда Сергей подъехал к этой лестнице на Люблинском проспекте. А ведь это наше лицо Омска, Люблинский проспект. Что уж говорить о спальных районах? На самом деле, по поводу Люблинского проспекта, я думаю, что переживать особо не следует, потому что в скором времени там грядет реконструкция, и обязательно вопросы с доступной средой там будут учтены и рассмотрены. Однако, по поводу всего остального города мы сказать этого не можем, увы и ах. Чтобы поднять нашу беседу на профессиональный уровень, мы пригласили сегодня экспертов. И с ними будем обсуждать вопросы доступности Омска для людей с ограниченными возможностями. Итак, давайте познакомимся. У нас сегодня Борис Викторович Мельников, это археолог, кандидат исторических наук. Борис Викторович потерял зрение, но тем не менее не перестал заниматься любимыми делами. Он также участвует в раскопках, занимается научной деятельностью. Здравствуйте, Борис Викторович. Добрый вечер. А за второй трибуной у нас Кирилл Эдуардович Сафронов. Кирилл Эдуардович у нас проверяет городские объекты на наличие пандусов и другого спецоборудования, которое необходимо для нормального передвижения людей с ограниченными возможностями. Дорогие телезрители, вы также можете к нашей беседе присоединяться. Наш телефон 60 70 44. Мы работаем в прямом эфире. Если есть что сказать или спросить у наших гостей, звоните. И я озвучу правила нашей беседы. Говорить можно не больше одной минуты. Когда временной лимит истечет, вы услышите вот такой вот звуковой сигнал. Значит, нужно останавливаться. Итак, начнем с вас. Кирилл Эдуардович, скажите, пожалуйста, почему Омск недоступен для людей с ограниченными возможностями? Время. Ну, потому что изначально не были предусмотрены мероприятия по его доступности. В советский период считалось, что инвалидов нет, среда застраивалась соответствующим образом, без учета этих требований. Но в последнее время ситуация стала меняться. В настоящее время в нашей стране, в нашем регионе, в частности, реализуется государственная программа «Доступная среда», в рамках которой реализуются мероприятия по обеспечению социальных объектов и среды. Вот, в частности, в прошлом году и в этом году реализовано и будет реализовано мероприятие по обеспечению доступности остановок, остановочных пунктов и пешеходных переходов. У нас был запущен инвалидный маршрут в свое время, в 2010 году, 6 лет мы адаптировали 100 остановок к потребностям инвалидов-колясочников. Были приобретены больше 140 автобусов низкопольных, 10 троллейбусов, трамваи переоборудованы соответствующим образом. Так что работа идет в этом направлении. Спасибо большое. Как раз время закончилось. Адресуем аналогичный вопрос Борису Викторовичу. Борис Викторович, скажите, пожалуйста, почему Омск не очень приспособлен для людей с ограниченными возможностями? Время. Знаете, на мой взгляд, есть такая стандартная схема, в общем-то, принятия любых решений или решения любых проблем. Сначала от общества выдвигается некая проблема, да, потом государство принимает соответствующее законодательство, создает специальные институты для реализации этого со специально обученными людьми, да, и финансирует вот это вот. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это то, что логика, в общем-то, нарушена, да. И есть такое очень хорошее выражение «ничего для нас без нас». Вот когда для инвалидов делается то, что, в общем-то, их не спрашивают, мы имеем тот результат, который имеем. Что касается вот того, что у нас не было готово, там, сказать, исторически так сложилось, да, так, ну, извините, в Европе то же самое, в общем-то. Застройка была исторически не предусмотрена для маломобильных граждан.
Любые новые объекты они запускают с учетом, в общем, этих требований, либо они переделывают каким-то образом. То есть процесс адаптации, он учитывает именно вот запросы снизу. По-вашему, да? Получается вопрос включения людей с ограниченными возможностями в процесс принятия решений по ним? Безусловно, и наличие экспертов. Итак, у нас есть телефонный звонок. Я думаю, сейчас мы послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна, слушай внимательно. У меня вопрос не по поводу колясочников, а в принципе по поводу детей-инвалидов. Наш ребенок ходит в школу, в коррекционную, и к ней лежит очень далекий путь от остановки. Это, как вы уже заметили, исторически сложилось, да, определенным образом. Ко всем коррекционным школам далеко достаточно от остановки идти. Но на протяжении, вот сколько я себя помню, с 15 лет я жила в этом микрорайоне, вот эта путь-дорожка вдоль частных домов, она никогда не асфальтировалась, не приводилась в порядок. А вы куда-то там обращались? Осень, там просто топь невыносимая. И никаких мер не принимается, хотя и школа... Вы обращались уже куда-то, родители, извините, я вас перебью. Это уже десятилетия происходит. Татьяна, мы вас слышим. Татьяна, извините, пожалуйста. Вы обращались куда-нибудь, чтобы этот вопрос решить? Заявляли о том, что такая проблема есть? Лично я нет, но я знаю точно, что родители с этой школы уже делали это все. Это делали организованно вместе с администрацией и несколько лет подряд. Угу. Кирилл Эдуардович, можете что-то нашей телезрительнице ответить, куда ей обращаться, что ей делать, чтобы этот вопрос был решен? Я думаю, в муниципалитет или в отдел благоустройства ее округа. Другое дело, есть ли там средства на это все, но... Это решается только таким путем. А как вот за чей счет вообще вот такие вот дорожки должны быть? Бюджет города. Бюджет города. Бюджет муниципального образования. Там это муниципальная земля, и там. Ну вот смотрите, интересное дело. Дело в том, что у нас есть информация по цифрам. Дело в том, что доступная среда — программа, которая финансируется, соответственно. И у нас есть определенные данные по тем деньгам, которые вкладываются в эту программу. В 2014 году было потрачено 230 миллионов рублей. В 2015 году чуть поменьше, потому что был кризис, 145 миллионов рублей. Деньги огромные. Возникает вопрос, а может быть проблема в том, что их распределяют нерационально? Вот яркий, очевидный пример. Коррекционная школа. Казалось бы, где, как не там, в первую очередь прокладывать доступную среду. В чем причина, как вы считаете? Деньги до адресата вообще доходят? Деньги доходят, и не сказать, что это очень уж большие деньги. Чтобы мы понимали порядок цифр, можете примерно сориентировать, сколько стоит, допустим, адаптация одного учебного заведения или там той же самой коррекционной школы под нужды доступной среды? Ну, 6-7 миллионов. Это небольшие деньги, да? Ну, это небольшие деньги, конечно. Но все-таки вот мы привели пример цифры. С 2011 года действует государственная программа «Доступная среда». Вы нам приводили примеры, но почему людям до сих пор некомфортно жить в Омске? Также вы говорите, что в советское время у нас не было инвалидов, нет проблем. Сейчас также цифры. У нас в городе проживает более 75 тысяч инвалидов, но мы не видим людей на инвалидных колясках. 170 тысяч по области. Я по городу говорю, да. Но мы не видим людей этих на колясках, потому что они просто не могут выйти из дома. Им сложно. А нет инвалидов, нет пандусов, нет проблем. Получается, мы не хотим осознавать, что проблема есть до сих пор, как и в советское время. Да почему? С этой проблемой все знакомы, специалисты. Специальный отдел создан. В каждом муниципальном образовании работает специалист, которые составляют паспорта доступности этих объектов. Но дело в том, что этот процесс очень сложный, материалоемкий, затратный, продолжительный по времени, и он комплексный. Есть направление в доступной программе «Доступная среда» по работе с жилым сектором. Вот каждый год около 40 домов адаптируются, и там делаются пандусы. Потом городская среда, вот, подходы к остановкам, транспортная инфраструктура. Следующий блок — социальные объекты, уже 1200 объектов паспортизировано, 1200 объектов. Угу. Хорошо, Борис Викторович, а вы это чувствуете, то, что говорит Кирилл Эдуардович, на себе? Вы знаете, я, допустим, чувствую, что проводятся некие телодвижения, какая-то паспортизация и прочие вещи. Но я просто вот на себе, я месяц не мог выйти из дома. Вот сейчас, вот буквально в это время. Вот. То есть доступной среды нет. Лично вот я живу в центре города. Вот. Что на окраинах творится, так извините, Борис там Викторович, еще хуже. Да. Ну, а вот тактильная плитка, которую установили осенью на остановках.
Как вам такой объект? Хотя вот мы сейчас смотрим, как она сейчас выглядит. Она зиму все-таки пережить не смогла. Не вся пережила. С первым снегом вместе ее уже практически и не стало. Еще в ноябре на одном из телеканалов меня попросили высказаться. Да, мы выезжали на место, и еще в ноябре я сказал, что это не плитка, да, это безобразие. Вот так, как она. А между прочим, я скажу телезрителям, 9 миллионов на нее потратили. 9 миллионов 9 рублей, миллионов. Да, я знаю эту сумму. Каждая плитка стоит 300 рублей. Только отпускная цена. Вот каждая вот эта самая плиточка. Вот. Теперь... Знаете, мне вот несколько вопросов, прежде чем по поводу тактильной плитки сказать. Мне вот, например, совершенно непонятно, куда обращаться. Вот если у нас есть проблемы с доступной средой, вот я не понимаю, что значит обращайтесь в муниципалитет. Ну, соответственно, отдел, я так понимаю, который выделяется в каждом муниципалитете. Есть какая-то горячая линия или еще что-то такое? И если мы встречаемся с этим на улице, куда обращаться? Вот, честное слово, непонятно. Потом, что касается инвалидов, да, понимаете, мы когда говорим о доступной среде, не нужно сужать эту проблему до проблемы инвалидов-колясочников. Естественно. Мы говорим о маломобильных гражданах. Каждый из нас является маломобильным в течение своей жизни. Беременные женщины маломобильные, маленькие дети маломобильные, пожилые люди маломобильные, женщины с колясками маломобильные, ну, инвалиды, соответственно, маломобильные. То есть у нас 100% вообще количество, ну, 100% населения маломобильными. Вот, Борис Викторович, вот правильно вопрос был, а куда обращаться? Вот человек не мог месяц выйти из дома. А что делать? Вы сказали, муниципалитет... По какой причине выйти не мог из дома? А невозможно пройти, потому что? Ну, по дороге сейчас... невозможно пройти по улице. Ну, сейчас всем трудно пройти, у нас климат такой, что теперь делать? Я имею в виду, ну, послушайте, когда я вижу, что безобразно уложена плитка, да, что строители оставили после себя кучу мусора, куда мне обращаться? И когда, извините меня, задается прямой вопрос господину Фрикелю, почему это безобразие вообще, и плитка так уложена, и он говорит, извините меня, на голубом глазу, что это было согласовано с обществом инвалидов, с обществом слепых, но он лжет. Вы простите меня за выражение. Вас не спрашивали, конечно, когда устанавливали эту плитку? Общество слепых не обращались, официального запроса не было. Это вот в этой же студии полтора месяца назад об этом говорили. Угу. Ну, знаете, может быть, проблема не только конкретно в наших омских муниципалитетах, проблема может быть гораздо шире и выше. Дело в том, что даже в Госдуме до недавнего времени у нас не было возможностей для равных возможностей для маломобильных групп населения. Об этом нам сказал наш депутат Олег Смолин. Давайте посмотрим его мнение по этому поводу. В Думе я много раз направлял запросы по поводу того, чтобы были обеспечены условия для людей с инвалидностью на колесках. Каждый раз получал ответ: вот проведем ремонт и все сделаем. Но до тех пор, пока у нас не появились депутаты на колясках, практически ничего не делалось. Теперь у нас появились депутаты на колясках. В зале, середина зала приспособлена. Значит, доступ в зал обеспечен, кабинеты им на нужном этаже выделены. Мораль предельно простая. Нашего брата должно быть больше, тогда и доступная среда будет развиваться быстрее. А у нас сейчас есть звонок. Давайте послушаем мнение телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Катерина Павловна. Катерина Павловна, слушаем внимательно ваше мнение. Почему у нас шофера в автобусах не подъезжает к бордюрам? Невозможно, вот останется один метр, и нужно, вот я, например, не могу залезть, и меня люди затаскивают в автобус, а и это самое помогает, и сзади помогает. А почему бы к бордюре не подъехать, когда бы я сама свободно заехала? Спасибо. Спасибо большое, Катерина Павловна, спасибо. Да, да, да. Вопрос, скорее всего, именно в отношении. У Анастасии был интересный собеседник недавно. Настя, расскажи, да, мне кажется, здесь уже как бы даже не к городским властям, когда такое происходит, а просто к человеку. Накануне этой программы также мне удалось пообщаться с очень интересным человеком. Это с Врежем, это художник. Вреж Кирокосян. Кирокосян, да, мотивационный оратор. Вреж очень много путешествует, несмотря на свою инвалидность. Я собиралась узнать у него, какая все-таки страна, какой город сейчас самый доступный. Но Вреж не захотел говорить о пандусах. Давайте послушаем его мнение. Не зацикливают, а есть пандусы или нет. Например, когда... Нету пандусов, зато это плюс, потому что человек может сломать свою гордость и попросить помощи. И это возможность людям проявить человеческие качества, сочувствие и помочь. Но у нас в Армении
люди абсолютно, как вам сказать, они сами предлагают помощь, то есть дело не доходит до того, чтобы попросить. Вот помогите мне подняться через лестницу, через полибрик. Люди настолько неравнодушные, что сами предлагают помощь. А я вот удивляюсь, когда мне кто-то рассказывает, ой, люди неравнодушные, люди равнодушные в России. Я вот очень удивляюсь, потому что я 5 раз был в Москве, и мне не встречался ни один равнодушный человек. Вы действительно именно в этом решении проблемы. Не ждать, пока здоровые чиновники выделят деньги на тротуарную плитку или что-то наподобие, а всем нам стать человечнее, понятливее. Да. Я вот хочу финальный вопрос задать нашим гостям. И, Кирилл Эдуардович, не буду спрашивать, сколько нужно денег, чтобы он стал доступным, когда он станет доступным. Я хочу спросить, а вот что нам конкретно омичам можно сделать, да, чтобы людям с ограниченными возможностями жить в Омске было комфортно? Время. Ну, необходимо, как уже здесь было отмечено, свою позицию необходимо четко определять и участвовать вот в этих вот делах. Больше заявлять о себе, да, получается? Конечно. Не, может быть, вы бизнес призовете сейчас. Вы сейчас в прямом эфире находитесь, в принципе. Сейчас, если денег там не хватает, то это же и магазины у нас не оборудованы, а это частные предприниматели. Они же просто неправильно оборудуют пандусы. Я хочу сказать, что законодательство в этом направлении ужесточается. И вот во Франции, у них только с 1 января 2015 года ввели судебную ответственность уголовную, 6 месяцев тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа за нарушение требований доступности. А у нас? А у нас-то этого вообще пока нет. У нас сейчас начинается первый год только проверки на соблюдение требований доступности. Но хоть начинается у нас, уже. Да, хорошо. У нас уже начинается, у нас еще все впереди. Нужно начинать кошмарить бизнес. Ну, пока у них налоговые каникулы, пока у индивидуальных предпринимателей каникулы, но скоро начнется. Хорошо, спасибо большое, как раз время подошло к завершению. Борис Викторович, тот же самый вопрос вам. Что могут сделать простые, обыкновенные омичи для того, чтобы в Омске стала более комфортная среда обитания для людей с ограниченными возможностями? Время. На мой взгляд, во-первых, действительно, там и самим обращать внимание на тех, кто рядом с нами, но мне кажется, что все равно здесь проблема в другом. Неисполнение законодательства существующего. Даже если есть закон, извините, да, вот я хожу по одной и той же дороге, и там постоянно паркуются автомобили на тротуаре. Я постоянно звоню в милицию. У меня есть уже отписок, ряд. Вот. Но ничего не предпринимается. Понимаете, у каждой правовой нормы есть 3 составляющие. Гипотеза, диспозиция, санкция. Вот санкция должна быть обязательно. Если мы напринимаем каких угодно законов, программ и чего угодно, но не будем контролировать их исполнение, если кто-то положил, вот потратил 9 миллионов на непонятную плитку, да, и за это не понес ответственности никакой, мы будем и эту плитку укладывать еще 150 лет. Честное слово. Поэтому, да, действительно, нужно быть друг другу внимательнее, но самое главное — соблюдать закон и контролировать выполнение этих самых законов. Тогда, в общем-то, проблем не будет. Потому что, когда вот сейчас женщина звонила, да, автобус останавливается не там, его нужно контролировать, чтобы он там остановился. В Германии я видел, автобус становится ровно там, где должно быть. Если он не останавливается, водителя штрафуют. Все. Спасибо вам огромное. Да, спасибо нашим гостям, что сегодня пришли к нам в студию. Наша дискуссия была очень интересна и полезна. Друзья, мы с вами не прощаемся, мы с вами продолжаем. Теперь традиционная викторина для телезрителей. Вопрос сегодня связан не с Омском, а с Петербургом. Да, северной столицей. Где в Петербурге, подсказка, в 18 веке появился первый пандус? Наш телефон 60 70 44. Мы ждем ваших звонков. Победитель получает фирменную термокружку маршрута 17-16. Ваня, мы с тобой уже почти 3 месяца ведем эту программу, а я тебе практически ничего не знаю. Ну что ж, у нас есть время, давай, можешь спросить что-нибудь, что тебя интересует. Кофе или чай? Чай. Черное или белое? Белое, смотря что. Самолет или поезд? Естественно, поезд. Поезд. Любишь подорожную романтику? Абсолютно, я обожаю ехать в поезде. В эту пятницу у тебя будет возможность узнать много нового о нашем железнодорожном вокзале. Включать телевизор, вас ждет интересное новое расследование. Вокзал видел больше искренних поцелуев, чем ЗАГС. Вот я приехала здесь из деревни специально проводить его. Вы куда едете? Еду в Екатеринбург в командировку. Изначально, конечно, я к девушке еду. Мы здесь познакомились на этом вокзале.
В этом году нашему железнодорожному исполняется 119 лет. В начале 20 века основным пассажиропотоком это все-таки были переселенцы. На вокзале есть секретные туннели, по которым чекисты доставляли заключенных. На месте находки успели побывать представители правоохранительных органов. Вокзал – это не только пункт назначения, это еще и начало пути. Внимание, поезд по маршруту 17-16 отправляется. Правильных ответов почему-то к нам не поступило. Ну, вопрос сложный был, прямо скажем, да. Ну, давай все-таки ответ скажем. Итак, самый первый пандус в Российской империи появился у нас в Петербурге в Мариинском дворце. Дело в том, что дочь Николая I, Мария Николаевна, соответственно, она страдала заболеванием ног и не могла передвигаться на большие расстояния. Поэтому специально для нее во дворце соорудили пандус, по которому можно было пройти или проехать на коляске в любую из комнат. Проход украсили самыми разными растениями, и он стал похож на лесную тропу. Вот сейчас вы видите на экране Мариинский дворец. Мы продолжаем. Накануне прямого эфира в социальных сетях мы запустили опрос, какие объекты туристического маршрута могли посетить люди с ограниченными возможностями. И можно догадаться, что победил у нас последний вариант «никакие». Мы прочитаем один комментарий. «Я человек с ограниченными возможностями уже 7-й год. Очень хочется пойти в хорошее культурное заведение, но без посторонней помощи. Преодолеть количество личных парадов в зданиях почти для меня невозможно. Спасибо посторонним прохожим людям, которые с радостью отзываются на мою просьбу помочь подняться или спуститься по ступенькам. Ребята, чтобы сделать доброе дело, достаточно просто протянуть руку. Наверное, больше говорить ничего особого не нужно. Нужно просто протянуть руку. Человеку нужен именно человек». Да нет, человеку нужны также и пандусы, и тактильная плитка, только делать это надо все правильно. И в соответствии с законом, конечно же. Это был маршрут 17-16, и его ведущий Иван Притуляк. И Анастасия Липатова. Увидимся в следующий понедельник. До свидания.